Всем привет, с вами Мимик, и мы продолжаем проходить Нео, без смертей, подробное прохождение. Ну и поехали дальше исследовать основные задания. Сегодня мы будем бегать с Кусаригамой, у меня есть плюс 5 смог сделать, потому что тонфы прям совсем не зашли. Кусаригама тоже из разряда такого оружия, которое мне вообще не нравится максимально. Хотя она является самым сильнейшим оружием вообще для начала. И все спидранеры постоянно используют именно Кусаригаму. Потому что она полезна, эффективна и сильна. Ну, по мувсету, по виду, мне она прям вообще тоже не нравится. Ну да. Давай мне амулет отстрел, который мы не используем. И погнали дальше. В общем, Кусаригама. Низкая стойка. Средняя. Почему-то в последнее время у меня проблема с мышкой какая-то стала. Она гипер резкая бывает в моментах. Именно вроде бы только в него. Почему так? Непонятно. Ну и силовая стойка. За кадром я не прокачивал, не набивал ей никакие уровни, поэтому будем это делать вместе. Здесь у нас тоже ничего не изменилось. Потому что я ни одной допки не проходил. О, погнали. Выпьем кофейку. Ниндзя. Тоже кусаригамщик. Верхняя стойка, слабый этот удар. Он прям офигительный. Бьет по рогам юкаев разных. Довольно хороший урон. Все его используют. По умениям, как обычно, стойки. Жнец. Такой вот спам. Довольно эффективный. Сейчас там, конечно, для нас он неэффективен, потому что люди будут отходить, но тем не менее. Аркебузник. Силовая атака довольно далеко достает. Агрит противников. Вот как мы видим. То же самое, как и с двумя катанами, спам. Что мы не подходим, а просто стоим на месте. Если враг отшатывается, то все довольно плохо. Чувак, больно. Умирай. Поэтому да. Аркебузник. Чувак. Дверь, понятное дело, не открывается. Стрелок. Получай. Топорист. Получай. Гиперброня. Плохо. Yeah.
Вот снова. Почему-то у меня гиперчувствительность какая-то на мышке. Здесь ничего нету. Здесь враг. Горячий источник. Давайте отдохнем. Заходим в комнату. В прошлый раз здесь была деваха ледяная. Посмотрим, кто сейчас. Забафаемся. Ну, я сказал, забафаемся. Здесь яма уба. Просто заспамил обычной атакой. Ну окей, идем дальше. Пушка. Здесь также сидит воин. Иди сюда, самурай. Яд. Я хотел этот нажать. Вот эту вот атаку. Можно посмотреть, поубивать. Наверное, этот сог... Нет. Странно. А вот согрелся. Да-да-да, крутой. Эх, отошел, обидно. Получай. Ну, пойди. А. Пойди, хотел, чтобы яд его добил, но ладно, в итоге добил я его. Можно стрельнуть разочек. Ну, идем дальше. Второе святилище. Ханза. Дверь, понятное дело, закрыта. Там ничего нету. Здорово. Там ревенант довольно. Ну, хотя изображения нам эти свитки не нужны. Поэтому пофиг. Окей. Далее. Что у нас открылось? Пассивки. С минимальным запасом здоровья. Не хочу бегать с таким запасом здоровья. Удар ногой.
Должен ки нормально выбивать, но только я не знаю, будет ли он нормально выбивать. Летние сумерки. Увеличивать силу атаки, при этом также увеличить получаемый вами урон ки. Для использования этого навыка кусаригамы должны находиться в ножнах. Прививки. Забаф на атаку в самом начале игры, он прям полезен. Да, вроде бы он не стакается с пилюлями и с этими. Давайте посмотрим. Поэтому в самом начале игры он эффективен. А вот я получил. Да. Идет перестак, так скажем. Еще и увеличивает расход нашего ки. Ну, когда мы получаем паки, или как он там правильно дебаф работает. Ну, в общем, в самом начале игры он эффективный, хороший баф. А сейчас, понятное дело, использовать его смысла нету. Ладно, что у нас есть? Верхний стойкий удар змеи. Бросайте металлическое лезвие кусаригаму противника и подтягивайте его к себе. Если мы зажимаем Shift. Намного дальше. Хотя нет, не казалось, что он дальше достает, чем обычная силовая атака. Урона, правда, наносит намного меньше. Бедный чувак. Ну, такое себе на самом деле. Подтягивать врага. Красный шквал. Размахивая кусаригамой, вы наносите противнику несколько ударов. Примерно как спам работает, но немножко. Припечатать. Тоже такое себе. Удар по ногам. Сбивание противника тоже не всегда работает. Избавление. Ну ладно, пускай пока так походим. Ну и хорош. Тестировать. А, пошли тем убивать. Либо нас будут убивать. Сейчас довольно очень сложный момент будет. Можно было бы, конечно, и призвать ревенантов. Потому что Ханза будет откисать в секунды. Поэтому, да. Быстро убиваем. Йоки. Если мы не можем притянуть противника, мы видим, что мы сами притягиваемся. Хорошо это или не особо, решать каждому по-своему. Минус Ханза. Блин, хотел притянуться к ней. Ладно, с первой волной справились. Колесо. Хорошо. Снова Ханза умер. Так, надо похиляться лучше.
Умирай. Урок тебе. Отдай мне его. Воскресить. Не успел блок поставить. Анза, аккуратно. Ну и последняя волна. Минус один. Вставай. Нет. Ладно, пойдет. Похоже, говорит, мы выстояли. Сколько раз ты умер, Ханза? Выстоял он. Отбираем лут. Ты чё там ломаешь-то? Успокойся. Регеним нашу магию. Можно прокачать уровень. Отвага. Ну и пошли дальше. В принципе, что еще можно посмотреть у Кусаригамы? Красный шквал. Это, конечно, как спам. Но... Ой, я хотел ее поставить. Да че у меня с мышкой? Вот такой вот спам, но только... Не бесконечный. Да, здесь, конечно, немножко отрегенились враги. Попал. Сюда иди. Не бей моего Ханзу. Вроде бы у шквала есть дальше. Еще не продолжение. Да, красный шквал 2. Нажмите Shift после использования красного шквала, чтобы припечатать врага. Вот так вот кидает еще пенюшку. Окей. Котяра. Пошли сразу.
Здесь у нас второй болванчик. Сюда иди. Так опасно. Он вообще куда-то не пошел, не туда. Так, пушка. Что там происходит? Канза, а ты так как умеешь-то? Ой. Ага, готов. Надолго ли? Убиваем одного. Я хотел на этого навестись. Минус один. А почему не прошел-то? Ладно. Котик посмотрел на этих болванчиков и сказал: да ну нафиг, я пошел. На тебе мою душу. Ну, бывает. Скелет. Не знаю, конечно, кому как, но призрачный этот шквал мне вообще не нравится. Можно использовать обычную атаку. Будет хорошо. Ну да. Чё там происходит у нас? Можно зачистить все здесь. Прибежали наши. А где этот наш Ханза, блин? Ханза не убирающий будет кличка. Он там что-то бегает. Стрелок. Надо пули поменять. Там у нас ниндзя запрятался. Ну, не до конца. Здесь главное не упасть. Что у нас здесь? Яма оба ходят, раньше ее не было. Убиваем. Все так же рассадник этого мира тьмы и Йоки.
Окей, посмотрим на что-нибудь другое. Хищная птица. Прыжок идет, но не всегда полезен. Удар по ногам. Сбивает противника с ног, нанеся ему удар по ногам. Грузиком Кусаригамы. Ну, против юкаев он особо не работает. Против людей работает, но зачастую они ставят блоки, поэтому там даже не помогает. Типа уворачивается. Это у нас все. Верхние стойки. Печально. Также есть избавление. Комбо завершается ударом. Shift после слабого можно будет взять. В средней стойке парирование. Хочу. Тут избавление возьмем. Как так? Падай. Попьем кофейку. Собака. Эй! Почему я не попал? Бонсай! Здесь у нас все так же NPC. Отравлен. Блин. Забыл. Всех сагрили. Нифига вас тут. Чувак, ты куда пошел? Удар. Ханза, как обычно, помер. Колесо повернулось. Это ее ошибка. Вроде бы здесь в первый раз кто у нас на обычном НГ? Анюда был. И он намного поопаснее, чем колесо. Блин, я думал... У меня спам. Забыл. Ставим обратно, наверное, спам. Или посмотрим еще на какие-нибудь умения. Удар вихря. Удар ногой. Посмотрим, насколько он эффективен. И я бы обратно поставил бы жнеца. Ходим, пособираем лут. Здесь мы помним ниндзягу. Быстрый удар, неплохо убивает ки. Все с этим хорошо. Котяра, давай.
На удар ногой можно поставить умение, которое... Так. Удар вихря. Который лучше выбивает инки. Йоки. Заблудшиваем. Думал, успею сбежать. Так, не сюда. Судамчик мелкий, к сожалению. Ну и святилище. До уровня нам не хватает. По камню покаяния. Блин, ну сегодня мы не заполним его. Ну и пошли смотреть, что у нас здесь. Забав. Минус один. Ну, видим, удар ногой работает. И работает хорошо. Открываем. Стенка. В смысле? В смысле она напала у нас? Я же ничего не делал. Блин. Влияемся. А вот стенки как-то вообще кини убиваются. Хотя когда как. Нифига не дружелюбная. Почему она меня ударила, я так и не понял, но ладно. Не хочет по-хорошему, значит будем по-плохому. Я тоже не против. Можно сразу здесь все полутать.
Я моба. Блин, не попал. В смысле? Тоже не попадаю. Ладно. Постоянно хочется как-то что-то красиво делать, а в итоге получается плохо. В смысле? В смысле, это что сейчас было-то такое? Бесконечный блок, блин, вот же читер. Ну ладно. Здесь был Кадама. Мы помним, да, что у меня с камерой. Ненависть. Тут у нас была деваха в прошлый раз. Кто сейчас? Тоже она. Даки все-таки выбивается. Слабовато. По сравнению там с Кимича или вот мечом. Ну и другими навыками. Ну, в общем, все. Остался только босс. Босс сложный, поэтому буду убивать нашей катаной. Хоть и Косаригама, на самом деле, на нем работала бы тоже довольно эффективно. Стойкость. Но будем лучше. Нашим дедовским способом. Так, Ямауба. Скелет. Я уже отвык даже. Катаны очень сильно. Это плохо. Можно было бы, в принципе, NPC взять. Давайте возьмем, чтобы не париться. Просто, как обычно, заспамим. Надо бы духа не забудь еще использовать. Яд. Молния. Может настакается, может не настакается. Ружье все так же работает. Я тоже могу духа использовать. Таки тира. Может ревенантов и не вызывать, потому что... Ну, хотя эту сложность в любом случае все скипают побыстрее, поэтому ТНГ уже на второй плюс. Будем без ревенантов.
Несколько текстов. Ну, как-то так. Да, от катаны, конечно, отвык, поэтому. Может быть, побегать пару миссий с ней. Но, тем не менее, задание пройдено. Никаких сложностей нету. Урон в ближнем бою, в принципе, неплохо. Слабый удар. Ладно, пофиг на эти парады, на самом деле. Вот такое вот у нас было задание. В следующий раз воодушевленный демон. А пока на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписываемся в Discord, на канал и в прочие вещи. Ссылки в описании. И пока-пока.